Турнир на призы Мусы Азаева имеет давнюю историю и проводит его уже в 24-й раз. В свое время здесь с переменным успехом выступали даже олимпийские чемпионы Хаджимурат Магомедов, Мурад Умаханов и Абдулрашид Садулаев. Для жителей и гостей Дылыма турнир по традиции вызвал аншлаг. С прошлого года кубок Мусы Азаева разыгрывают в одной категории до 61 килограмма. Призовой фонд в размере 200 тысяч рублей оспаривали 22 вольника. Приехали они из разных уголков Дагестана. Есть также представители Азербайджана, Чечни, Бурятии и Ставропольского края. В прошлом году в турнире участвовало 15 человек. В этом году чуть расширился турнир и как географически, так и количеством состава. И по накалу страстей схватки были очень напряженные. 22 человека, из них было 4 человека мастера спорта международного класса. Статус основного фаворита состязания оправдал борец из Хасавюрта Абаз Гаджи Магомедов. Как и в прошлом году, чемпион Европы смотрелся увереннее своих соперников. 4 встречи он завершил досрочно, и только в финале с Зелимханом Абакаровым схватка продлилась все 6 минут. Я уже второй раз борюсь. Мне все нравится, вроде все грамотно, все шикарно сделали. И Мусе Магомедовичу большое спасибо, что он сделал такой турнир 61 килограмм. Праздник для нас, для всех, потому что мало соревнований бывает, а бороться хочется. И баркало всем Казбековскому району, что они так хорошо болеют. Вслед за финалистами места на пьедестале заняли представители Азербайджана Ислам Базарганов и еще один хасавюртовец Салих Мурадов. Чемпион увез с собой 100 тысяч рублей, остальные медалисты получили 50 и по 25 тысяч рублей соответственно. Курбан Рагимов, Махач Магомедов, телеканал ННТ, Дылым, Казбековский район.